В прошлом видосе мы с вами начали отделывать нашу котельную комнату. Остановились мы на процессе монтажа оконной обналички. Кафелем нужно ее красиво обойти, а как это сделать лучше без него, я не знал. Ну, то есть для меня это пока опыт. Сегодня я быстренько установлю все оконные проемы, и мы с вами кафелем дальше все это дело забьем. А вы смотрите, а я буду делать. Так, сразу говорю, достаточного опыта в монтаже оконных отливов и прочего добора у меня пока нет. Не ругайтесь строго, а лучше, если есть какая-то возможность или какие-то знания, подсказывайте, пишите в комментариях. На будущее я буду знать. Сегодня я ставлю только 3 окна, и у меня еще 6 впереди. Это только по подвалу. На этаже еще больше. Прежде чем производить все замеры, стоит очистить полотно окна от лишней монтажной пены. Расстояние у нас здесь 35,5, и тут 35,5. Идеально. Теперь второй момент. Это значит, подоконник вырежем тогда пока по максималке, сколько можно. 85 сантиметров делаем. 85 на 35,5. Хорошо. Так, а здесь длину выступающую пусть будет по 100. Это что, 900? Значит, 1050 ширина подоконника должна быть. А у нас так и есть. Значит, ее и оставим. Просто сейчас отцентруемся и все. Так, отмечаем 10 сантиметров. 10 сантиметров. 10 сантиметров на 35,5. Ага. Теперь 85. Это 14,5. Краю будущий подоконник по размерам. Попробовал делать это диском по камню. Идет отлично, так же, как и по маслу. Проверочка. Прекрасно. Сейчас я очищу под подоконником место. Потому что уже видно, что уклон подоконника есть. Там делаем подпорочки, вставляем подоконник, пропениваем, приклеиваем, тяжелое ставим и временно ждем, пока этот подоконник у нас встанет. А мы будем в это время заниматься другими подоконниками пока. Перед установкой сразу скажу интуитивные моменты, которые я заметил, когда сам ставил еще окна в доме. Вот эти целлофановые штучки, если их не отрывать, то потом очень тяжело вытащить его будет из паза, из подоконного. Поэтому немножко надо надорвать, всю снимать неправильно. А нужно снять только вот эту часть, ту, где примыкание будет уже максимальное сейчас. И важно, чтобы уровень поката был не в сторону окна, а от окна. Вот как сейчас на уровне, видите? Небольшой должен быть покат от окна. Вот сейчас очень ровный горизонт, а так уже на нашу сторону идет. Все, сейчас запениваю. Блокирую, ставлю тяжелый вес, а тяжелый вес — это у меня пачка с кафелем, и ждем, пока встанет подоконник. В своих выпусках я часто упоминаю людей, с которыми мне посчастливилось когда-либо познакомиться. Сегодня хочу отметить своего соседа по поселку, по совместительству владельца фирмы по производству и установке окон. Зовут Александр. Когда бы я ни обратился в его компанию, в обед мой заказ уже ждет на складе. Так что для жителей Бийска и пригорода оставлю ссылочку под видео. Как оказалось, ставить добор – это одно удовольствие, тем более, когда его подготовили для тебя в размер. Запенил проем и нагрузил подоконник весом. По-моему, четко, как в аптеке. Кстати, теперь именно так и выглядит моя котельная. О, еще момент, совсем забыл сказать. Сегодня я все-таки залез в кредитную кабалу, и взамен через недельку ко мне приедет почти весь наполнитель котельной. А это бойлер, коллекторы, котел, насосные группы и многое другое. Так что советую подписаться на канал, чтобы все это не пропустить. Сейчас, с вашего позволения, оставлю нарезку без моих комментариев за кадром. Получилось очень даже информативно и залипательно.
doesn't sound right, boys. Сейчас мне очень важно сделать две стены. Это вот эта стена с двумя окнами и стена, которая за мной. Потому что здесь будут газовые развязки. Куда будет вешаться счетчик, куда будет вести труба, я пока не знаю. Поэтому вот эти две части для меня очень важны. И окна были установлены именно для этих целей. Так, сейчас я зашиваю вот эти части, вырезаю отверстия. Я действительно не знаю, пригодятся мне они или нет. Но думаю, что отверстие будет не лишнее. На крайний случай сюда можно будет выставить вытяжку будущую для готовки, если она будет. Если нет, то здесь просто будет вентиляционная решетка. А здесь будет вход газа, а вторая трубка, наверное, просто закроется тоже декоративной вентиляционной решеткой. Потом мы решим. Здесь закрывать ничем не буду, просто поставлю себе отметку. На видеокамере, кстати, она есть теперь, где находится эта труба. Если что, вдруг я смело через кафель просто высверлюсь. Это отверстие у нас под пылесос, а вон то отверстие у нас, к сожалению, наверное, замуровывается, потому что оно ушло в небытие, оно ушло в утеплитель нашего цоколя. Цоколь я утеплил на 15 сантиметров, и как раз эта труба перекрылась. Мне показалось, что выпирающие подоконники на такое расстояние – это слишком вычурно. Поэтому я сделал под плинтус и плюс некоторый запас 1.5 сантиметра. Будет смотреться хорошо. Сейчас я это отпилю и продолжим укладку. На видео заметно, что немного выдавило боковые стенки на окне. Просто я на радостях легкой установки внутренних доборов местами не пожалел пены. И как итог, ее начало давить. Пришлось провести некоторые манипуляции, чтобы после установки панелки все смотрелось круто. Кстати, задам вам вопрос. В прошлом выпуске он почему-то остался без внимания. Как считаете, стоит ли также залепить нашу прачечную или придумать туда что-то поинтереснее? Ваши варианты будут мне очень кстати. Теперь немного экономики. Отделка котельной вышла нам всего лишь 17 тысяч рублей. Разложу на пальцах. Добор для окон, включая пену и герметики, это около 4 тысяч рублей. Кафельная плитка 13 тысяч, ушло 620 штук. А, бюджетно, не правда ли? Ну и остается наполнитель котельной. Тут цифра чуть больше, но об этом я расскажу в соответствующем видосе. Как там в песне поется, последний бой, он трудный самый. Сейчас два окна и очень много подрезок. Но меня это не пугает, потому что, во-первых, у меня есть аппарат для плитки, во-вторых, у меня есть болгарка с алмазным диском для кафеля. Какой растворчик получается, просто шикарный. После того, как я поработал с пескобетонной смесью, клеевой раствор из фирменного клея, конечно, совсем другой коленкор. Вообще, конечно, если бы были финансы в достаточном количестве, то и штукатурные смеси лучше было бы брать фирменные, тогда бы я в стройке вообще бы не напрягался. Все было бы в радость максимально. А когда сам готовишь раствор клеевой из подручных средств, то здесь приходится потрепаться. Но за годы стройки, за эти 7 лет, на самом деле, я уже наловчился это делать и не вижу в этом никаких сложностей. Так, здесь сделано в таком ключе, видите, это все закроется панелкой. Я даже оставил, чтобы немножко подпенить потом. Это нормально. То отверстие я сейчас запаковываю, я его снял на видео, сфотал, я буду знать, где у меня находится гильза, если вдруг мне понадобится его распаковать, распечатать. В остальном все очень просто. Проводка у меня верхняя, она никоим образом в стену не попадает, поэтому прелесть. С подоконничками сразу все готово. Шикарно. В прошлом видео был вопрос, а для чего вообще мочить плитку? Друзья, ну, как минимум, для того, чтобы убрать с нее пыль. Плитка идет пыльная, и пыль, она для адгезии очень плохо играет свою роль. А убрав пыль и плюс добавив влажности, плитка как минимум не будет из раствора тянуть в воду. А если она ее тянет, соответственно, раствор быстрее сохнет, и как итог он получается менее крепким. Хотя для кафеля, конечно, крепкость сильно не важна, но тем не менее я бы не стал пренебрегать этим свойством. Лучше грунтовать плитку, но как минимум ее стоит мочить. Как и кирпич, когда вы кладете кирпичную кладку, кирпич тоже советуют мочить. Друзья,
Друзья, я понимаю, что, возможно, вам так досконально неинтересно смотреть вот это все, но, понимаете, тут же есть еще и стратежка у меня своя. Я же потом этот видос буду пересматривать. Если мне нужно будет добавить вентиляции или какие-то выходы на улицу, соответственно, я просто буду знать, что вот тут есть отверстие большое, в две гильзы, и я могу его пробурить. Вот для чего это все делается. Так, следующая плитка. Получается, вот по низу она и идет. Друзья, вы чувствуете, как мы подходим к завершению мероприятия? А я чувствую. Самое тяжелое – это вот эта стена, потому что очень много подрезок и прочего. Все остальное будет просто лететь впереди самолета. Чем дальше мы заходим, тем больше эхо. Друзья, я честно скажу, я сам себе завидую. Она такая беленькая. Она сюда стоматологическое кресло в центре поставить, и можно подрабатывать на колхозе. Так, идем дальше. Кстати, в предыдущем видео многие ответили на вопрос, например, что это за выход в стене, и написали пылесос. И мне это просто нереально приятно, так как вы знаете, что у нас происходит, и вы в центре всех событий, которые в нашем доме творятся. Ну, я имею в виду строительных. В бытовые, конечно, я вас не посвящаю, но вот строительные мы с вами держим прям на контроле полностью. Осенью в этом году я покажу вам весенние кадры дома, внутрянки и так далее, и осенние кадры этого года. Но уже хочу сказать, что за этот сезон проделана, по-моему, грандиозная работа. Это говорит только об одном, о огромном моем желании въезда. Не знаю, прям горю этим. Но действительно, седьмой год строить это уже много. Как в психологии говорят, есть, как там, отрицание, признание, смирение, да, там, и так далее. Не помню, как они правильно все эти пункты звучат, но у меня было все. Уже был и отказ от стройки, и большая любовь к этому мероприятию. И вот сегодня это превратилось уже в какой-то стиль жизни. И меня главная родня начала понимать. Если мне раньше говорили: «Денис, ты отдохни, ты там брось», то они сейчас видят, что я получаю от этого вот тот самый свой заряд энергии, сил, всего того, что мне так необходимо, эмоций. Ну и будем честными, ваши комментарии, ваша поддержка для меня это очень дорогого стоит. Слеза накатилась. Вы очень сильно помогаете мне и каналу вашими комментариями, вашей поддержкой. Спасибо вам, ребят, растрогался. Минутка сентиментальности закончилась. Продолжаем работу. Так, если вот это отверстие у нас будет пылесос, тут красиво все закроется, то вот это отверстие у нас оказалось совершенно... Я решил его законсервировать. Оно может нам вообще не пригодиться никогда. По сути, консервировать его нет никакой необходимости, так как у меня там 150 мм экструзии утеплителя. Но мы же делаем всегда или хорошо, или никак. Оставлю небольшую воздушную прослойку, чтобы можно было простучать и понять, что там пустота. Осталось заделать вот эту часть и вот эту часть. И стена готова. Ну а теперь для тех, кто досмотрел до конца, ускоренный вариант монтажа плитки. Смотрите. Такие фокусы подходят только для стен, идеально подготовленных, максимально ровных. Поэтому не пытайтесь повторить в ванной в хрущевке.
Итак, братцы, главная работа закончена. Это две стены, которые являются основополагающими в этом доме. Через то отверстие зайдет газ, пройдет по этой стене. Здесь повешается какой-нибудь счетчик, возможно. И для этих вещей всех мне необходимо было сделать две основные стены. Окна в этой серии я поставил для того, чтобы сравнять плитку, и это было ровненько. Осталось поставить откосы. Я их не могу сейчас воткнуть, просто потому, что плитка еще не застыла. Уверяю, что через неделю, может быть, две максимум, когда ко мне приедет все необходимое наполнение этой котельной, сниму для вас видос по этой тематике, и, конечно же, котельная в это время уже будет завершена. Показывать вам сейчас, как я доделываю вот эти оставшиеся розетки, я думаю, что, ну, это уже такой моветон. Смысла нет никакого. Главное, вы увидели, вы видите, как преображается дом, как он растет, как он меняется, и самое главное в нашей теме, что вы строите вместе со мной, в то же самое время делитесь своими полезными советами, своей информацией, эмоциями. И главное, что мы дружим. Рад, если вам видос этот зайдет, и вы поставите мне лайк. И будет просто идеально, если вы поделитесь этим видосом со своими друзьями, которые сомневаются, начинать ли им строить дом своими руками. До скорых встреч, увидимся на следующей неделе. Все, пока-пока.